Учеба в Мюнхене, брак с баронессой Мелани Нагель, лишение советского гражданства, эмиграция, могила за океаном. Такова судьба одаренного и талантливого художника Халилбека Мусаясул. Его наследие стало достоянием всего человечества только 2 десятилетия назад. Наш корреспондент Сакинат Малаева побывала на впервые открывшейся в Махачкале выставке работ художника. На открытие выставки как никогда многолюдно. Пришли известные художники, представители Министерства культуры, администрации Махачкалы, родственники, односельчане и студенты. Создать экспозицию было непросто, призналась куратор проекта Салихат Гамзатова. И потому что, уехав далеко за пределы Дагестана, он вынужден был там остаться. И творчество его долгое время было для нас под запретом. Мы получили 14 работ из Краеведческого музея. Потом мы получили очень щедрый подарок, который связан с именами, с именами двух замечательных женщин. Это грузинская художница Кетиван Магалашвили, с которым Халилбека связывали и дружеские, и романтические чувства. И наша замечательная землячка Иманава Амаровна Магомедова, которая передала их нам в дары. Вспоминали жизнь и творчество художника. Халилбек Мусаясул – уроженец селения Чох Гунибского района, сын капитана царской армии. Талант проявился еще в детстве. После первого курса Тифлисского училища изящных искусств направили в Мюнхенскую королевскую академию живописи к знаменитому Франсу Рубо, который впоследствии завещал свою мастерскую любимому ученику. Работы, которые находятся в частных коллекциях, в коллекциях его родственников, должны на какой-то период собраться вместе и достояние, чтобы стало достоянием всего дагестанского народа, хотя бы на какой-то промежуток времени. В творчестве Халилбека Мусаясула в центре вселенной – человек. И это отображается во всех его работах. На переднем плане – образы горянок. Моего деда, мама. Он мне говорил, сейчас у нас... Огромный талант и трудолюбие сделали Халилбека Мусаясула всемирно известным художником. Выставки его работ с успехом проходили в Англии, Германии, Франции, Америке, Испании, Италии, Турции, Швейцарии и других странах. Его картины хранятся и в Нью-Йоркском метрополитен-музее. 2 года назад более 100 картин по завещанию супруги художника Мелани были переданы в дар родине художника. Коллекция находится в Москве сейчас. Ну, под охраной находится 100 картин. Ну, они привезут в свое время, будет время договоренности. Они должны быть в Дагестанском музее. Халилбек Мусаясул умер, когда ему было всего 52 года. Художника похоронили в США. Судьба Халилбека – одна из ярких и трагических страниц северокавказской эмиграции, отметили на выставке. Личность насколько масштабная и настолько же неизученная. В будущем у руководства музея есть планы расширить экспозицию. Но для этого необходимо участие родственников мастера, у которых, быть может, еще остались картины. Сакинат Малаева, Ибрагим Магомедов, Руслан Касумов, Хасиг Газиамарова. Время новостей.